Так, ну что? Сперва надо похвалиться, да? Все молодцы. Сперва надо похвалить вас, потому что благодаря вашей поддержке мы с вами зарабатываем в любую погоду на грузоперевозках. Погода вообще нелетная. Вот такая погода. Вот столько времени. 17 марта, 12:40. Вот. Мы с вами закончили помощь людям в грузоперевозках. Вот финансы. Их сегодня не так много, но для этой погоды это нормально. Это нормально. Поэтому всех вас поздравляю. Все молодцы. Вашу поддержку я оценил. Я вам тоже всем посылаю пожелания благополучия, трудоспособности. Вот. И чтобы, как говорится, вам везло. И все у вас получалось. И денежные средства к вам благодарно шли. Вот. Потому что мне, конечно, легче. Я у вас один, а вас у меня в Ютубе 400 человек, в Телеграме что-то около 280. Ну, я понимаю, что там многие подписаны и там, и там. Но все равно такое количество людей, столько поддержки. Так что всех благодарю за это дело. Поэтому у меня есть заказы. Потому что большой посыл и большая поддержка. Ладно, с этим делом разобрались. Что я хотел... Могу затравить вам, дать секретную информацию, от которой у вас просто сорвет башню. Просто сорвет башню. Поэтому, если вы готовы, впитывайте все это внимательно. Значит, о чем пойдет речь? Ну, в основном я вещаю, конечно, на христианскую аудиторию. Сам я крещенный в православии. Вот. Поэтому, как бы, имею право об этом говорить. Значит, ну что, вы знаете, что христианская религия, два основных, значит, направления, это католицизм и православие. Значит, у нас в России православие, а в Европе католицизм, католическое. Это не хорошо, не плохо, это, в принципе, все это пересекается, есть моменты только в ритуалах. Есть в ритуалах одно из отличий, это как мы крестимся. Значит, в России, в православии мы крестимся справа налево. Католики крестятся наоборот, слева направо. Значит, что я вам открою, какой секрет? Ну, это не просто так все это не просто руками махать. Это мы не машем руками. Вкратце, значит, ну вы знаете, что у нас есть потоки нисходящие, восходящие, то есть энергетика идет из Земли в космос, из космоса в Землю, включая и нас с вами. То есть мы как бусинка подвешены, у нас входит энергия, и она выходит в Землю, из Земли поднимается через нижние чакры, уходит в небо. Они, потоки не встречаются, идут параллельно. Параллельно идут потоки, поэтому оба потока в нас задействованы. Они идут по позвоночнику, то есть в районе позвоночника. Поэтому есть еще момент какой, что когда вы креститесь, что происходит? Восходящий поток из темени, то есть он выходит, может быть, и не из темени, а где-то тут ближе к затылку, но факт в том, что когда вы это делаете правильно,
надо стрелочку опускать. Поток опускаете, через темя берете этот жгут, соединяете с низом живота. Получается закольцовка. То есть мало того, энергия проходит через вас, независимо. Плюс это энергия Творца, Создателя, Божественная энергия, назовем ее, коль мы зацепили религию, называем вещи своими именами. Божественная энергия проходит так и так через вас. Плюс вы еще закольцевали. То есть уже делается, то есть энергия выходит, и вы тут же ее впитываете. То есть сами в собственном соку происходит, варитесь, и закольцовка не дает никому возможности к вам подключиться. То есть вы самодостаточны. Но это на определенный момент, это не действует вечно, это в тот момент, пока вы заняты этим молитвой или служением там, ну, в общем, где-то вы в церкви или у себя дома, или где-то там находитесь. Что происходит здесь? Значит, когда вы, если вы молитесь дома, просите Творца дома, когда вас никто не видит, или вы находитесь в местах силы, вам надо открыться. Вам надо открыться. Как вы открываетесь? Слева направо. Если вы левша был бы, то тогда да, справа налево. Если вы слева открываете, направо вы открываетесь. Справа налево вы закрываетесь. То есть что происходит в православии? Вы испугались, да? О, Господь спаси! Закрылись! Или что-то, опасность, или вы куда-то в бездну там ныряете, или что-то, то есть, или там даже в ту же прорубь там, или что, вы скукоживаетесь, хоп, закрылись. Если вы общаетесь и хотите помощи у Бога, у Творца, вам надо открываться, открылись, закольцевали энергию, открылись, получили помощь, тогда можно, когда вы последний, или как вы любите называть, крайний раз креститесь, тогда закрываете, когда вы уже получили, на вас снизошло уже помощь Творца. А так получается, вы как к доктору приходите, двери открыли, доктор, помогите, хлоп ее, закрыли и побежали. Все, вы закрылись. Творец не понял, что произошло. Почему в психологии вот эта поза закрытая? То есть все, что сюда, вы закрываетесь. Все, что сюда, вы открыты. Поэтому, конечно, я не рекомендую так креститься в церкви, потому что слева направо это католическое крещение. И, конечно, там старожилы и батюшка, он вас поправит, что креститься надо справа налево. Но это всего лишь обряд. Поэтому это я называю тест на адекватность. Тест на адекватность. Поэтому жду от вас, значит, обратной связи. Во-первых, мне надо то, что сколько просмотров у меня, я и так вижу. Мне нужны ваши лайки, комментарии, вопросы, ответы, там что-то. Короче, ваша реакция нужна на то, чтобы мне знать, сколько людей я реально обучаю. То есть, сколько людей конкретно впитывает то, чему я учу. Мне это очень важно, потому что мне надо знать, на какую аудиторию я вещаю. Кто зашел просто полюбопытствовать, там, ознакомиться, пожалуйста, не вопрос. Но тот, кто впитывает по-настоящему количество этих людей, аудитории, я должен приблизительно хотя бы знать, насколько я, на какую аудиторию я вещаю, чтобы мне, как говорится, рассчитывать эту информацию, какой давать вам дозировку. Ну что, вот пока вот так, значит, впитывайте, думайте. Скоро будут ритуалы, значит, простейший ритуал покажу вам, как очищать. Как делать очищение себя
и клиента в том числе. Так что следите за информацией. Все, всех благ.